Всем привет! Рубрика «Разбор полетов». На этот раз квадрокоптер на прошивке ArduPilot. Пользователь на форуме RC Design выложил лог и задал вопрос, почему его аппарат в режиме post-hold либо alt-hold начинает садиться плавно. Лог я загрузил в программу APM Planner, вот она называется, и версию можно его посмотреть. Что я здесь вижу? Вижу множество событий, но меня интересует момент включения режима post-hold. Вот, post-hold. Во-первых, первым делом, как я и говорил в предыдущих видео, я смотрю вибрации, потому что вибрация — это основная боль на квадрокоптерах. Смотрю вибрации, график, по графику клип 0.1.2. Что я вижу? Да, был клиппинг, но в момент после включения post-hold никакого клиппинга нету, поэтому с вибрациями связать вот это вот снижение, ну, пока что нельзя. Да, оно тут есть, но, скорее всего, это просто был удар об землю. Хотя не факт. Так, ладно. Следующий этап. Во-первых, выведу графики высоты и целевой высоты. То есть высота аппарата реальная и высота, которую задает полетный контроллер. Назначить другие цвета. То все сливается, как обычно. Так, D-Alt. Так, вот post-hold. Видно, что высота реальная и высота желаемая, они, в принципе, повторяют друг друга. Значит, это снижение высоты запланированное. То есть не какая-то там непредвиденная ситуация, а именно сам полетный контроллер, сама прошивка, ArduCopter, хочет снизить высоту. Хорошо, с этим разобрались. Теперь посмотрю график барометра, нет ли там каких-то изъянов. Да, есть некоторая пила, но, пожалуй, не сильно критичная. Резких выбросов, по крайней мере, нету. Но, конечно, стоят какие-то меры по накрытию поролонкой, я думаю, стоит провести. Но не в этом дело. Далее. Я предположил, что все-таки, скорее всего, это просто ошибка пилота. И я вывел график RC-in и канал газа вывел. И что я вижу? Аппарат получился у товарища очень, как сказать, тяговооруженный. Висит на примерно 30% газа. И это можно увидеть по параметру. Вот. Параметр Motor THS Hover вычисляется автоматически, если Mod Hover Learn выставлено в двойку. Mod параметр Mod Hover Learn. И в режиме 2, при параметре 2, он обучается и сохраняется. Соответственно, газ весеннего аппарата примерно 35%. В момент включения режима post-hold стик находится меньше, ниже середины, что дает команду на плавное снижение, что аппарат и показывает. То есть, чтобы в режимах с удержанием высоты висеть на одной высоте, стик газа должен находиться в центре. А товарищ стик газа не перевел в центр и получил плавное снижение. Конечно, все это описано в документации, что в режимах с удержанием высоты необходимо стик газа держать в центре. Товарищ, видимо, невнимательно прочитал это в документации. И вот результат. Но по логам можно определить причину и следствие. На этом, пожалуй, все. Причина выявлена. Не зная этого, я по логам смог это вычислить. Если видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.